пол-литра природной воды. У нас есть сегодня замечательная вода с холодного яра. Если у вас есть своя вода природная, вы можете ее брать. Также можно делать хлеб на домашней сыворотке, на молоке. Здесь у нас пол-литра воды и 30 грамм масла. Добавляем это все в нашу смесь. Я еще раз напомню, что мы сегодня делаем хлебцы-буханцы. Хлебцы-буханцы, детячие хлебцы-буханцы, в состав которого входят 4 муки. Рожь, пшеница, овес, зеленая гречка. Хлеб растет благодаря тому, что живая вода, живая мука. Хлеб уже замешивается. Как всегда, все хозяюшки знают, что чтобы хлеб получился, он должен какое-то время подышать. Это горчичное масло. Я говорила о том, что можно брать подсолнечное, можно горчичное. Горчичное масло сохраняет хлеб дольше свежим.